Новый альманах увидел свет. Книга «Хочу все знать» имеет многолетнюю историю. Издавалась с 1957 по 90-е годы. Била рекорды популярности. Новое издание увидело свет благодаря партнерской программе «Магаданэнерго», «Русгидро» и фонда «Дом детской книги». Альманах представляет собой сборник научно-художественных статей и очерков для детей. Авторами книги всегда выступают люди с ученой степенью. Рассказывают простым и увлекательным языком о новых открытиях и исследованиях. Сборник включает в себя разделы о Земле, животном и растительном мирах, о космосе и будущем человечества. Сегодня во время презентации первые экземпляры 400-страничного сборника главный инженер предприятия «Магаданэнерго» Алексей Кликовкин передал библиотекам города и области. Статьи переработаны, они там вставлены, охватывают большой спектр жизни, наших интересов, скажем, космоса, строения Земли. Даже увидел там про растения, малину, клубнику, что по всей повседневной жизни нам это как бы нужно знать. Это второй альманах «Хочу все знать», изданный энергетиками. Первый вышел в 2015 году. Сегодня для всех желающих доступна его электронная версия. Ее можно скачать в Play Market и iTunes.